Пятница. Приветствую всех любителей старой аудиотехники, с вами канал Доктор Тейп и Алексей. У нас сегодня в ремонте и обзоре этот прекрасный аппарат от компании Grundig под номером RR3620. И как многие помнят, кто внимательно смотрит мои ролики, у нас был конкурс «Угадай, какой аппарат будет следующий». И вот сегодня этот день настал. Подвести итоги конкурса. Ну а в розыгрыше у нас участвовала эта кассета от компании Fuji. И первый, кто правильно отгадал этот аппарат, это был Кирилл из Минска. Мы его все поздравляем. Ну а я со своей стороны хочу сказать, что у Кирилла также есть канал на YouTube, где он подробнейшим образом рассказывает про аппараты 70-х-90-х годов, об их истории создания, об их сильных и слабых сторонах, а также эволюции развития магнитов. С моей стороны хочу сказать, что очень интересный канал. Ссылочка будет в описании, зайдите посмотрите. А мы начинаем рассказывать про этот аппарат, что это такое, как и почему он ко мне попал. Grundig RR3620. Исполнялся он с 83 по 85 года. Было три исполнения этих аппаратов. Два вида было именно вот такими грилями и, значит, немного видоизмененные грили. Ну и также световая гамма тоже была немножко разная. То есть здесь исполняется в таком алюминиевом стальном цвете, ну а другого вида был в таком темном цвете. Стоимость на то время составляла $174, по другим источникам 500 Deutsche Mark, не знаю, насколько это равноценные были суммы. Но вот, что касаемо информации про этот аппарат, про его характеристики, функциональность в интернете очень скудно про него сказано, но я хочу сказать, что аппарат действительно редкий, поэтому информации про него практически нет. Нет информации о его ремонтах, о внутреннем содержимом, так что нам предстоит его вскрыть, тщательным образом исследовать, из чего он состоит, потому что аппарат очень интересный. Здесь производитель использовал управление лентопротяжным механизмом Soft Touch. По радиочасти у него 6 фиксированных настроек на FM-станции. Есть переключатели моностерео и суперстерео, то есть расширенная стереобаза. Звучание этого аппарата меня восхитило. Ну и давайте перейдем, что у него не работает. Я его включал, конечно же. Радио и усилитель работают превосходно, ползунки не шоп-шат. Звучание мне понравилось. Очень приятное, такое натуральное ламповое звучание. Хотя здесь используются 12-сантиметровые низкочастотные динамики и 4-сантиметровые твиттеры. Но звучание именно грюндиковских динамиков всегда поражает. При таком малом размере динамиков звук очень приятный. Раздельная регулировка тембра низких и высоких частот, общий регулятор громкости, кнопка включения, то есть это все интересно. Можно сказать, кабинетная магнитола с приятным звуком. Антенна в верхней части, которая прячется вовнутрь, это любимая фишка грюндиков. Прятать ручка также складывается, и ее мы не видим. Ну и значит, что касаемо лентопротяжной части, кнопки нажимаются, функционально они срабатывают, но при этом подматывающие ролики не крутятся. Ну и зная болезнь грюндиков, это то, что у них рассыпаются шестеренки, я предполагаю, что нам предстоит ремонт с заменой шестеренок, которые от времени рассыпались. Ну и чтобы не томить вас ожиданием, давайте этот аппарат будем разбирать и смотреть, как он устроен. Раскрутил я магнитолу. Ее не так сложно раскрутить. Достаточно открутить там порядком 8 саморезов. И вот у нас получается на задней крышке трансформатор, ну довольно-таки мощный трансформатор, ватт
наверное, на 30. Проводка такая 0,5 мм, наверное, такая мощная. И провода идут. Не знаю, конечно, зачем это сделано. Тем более это переменка напрямую к плате. Хотя трансформатор находится совсем с другой стороны. Это дает дополнительные наводки, но не знаю. Наверное, рассчитали. Динамики. Динамики по мощности не вижу. Размазано. Грюндиковские динамики 12-сантиметровые. Сейчас дальше посмотрим. С этой стороны видно. И 4-сантиметровые твиттеры. 3 Ома и все. И здесь тоже единственное, что можно прочитать, 4 Ома. Значит, на передней части находится лентопротяжный механизм. Полностью пластмассовый, в пластмассовом корпусе. С ним отдельно будем разбираться. Это платы у нас громкости тембров. И вот одна горизонтальная плата. Сейчас я с другой стороны разверну и посмотрим, что там на ней находится. Да, и пока мы здесь, я хотел бы вам показать, что вот это вот как раз части шестеренок, которые, их видно, они там вот застряли. Будем смотреть. Будем разбираться, вытаскивать лентопротяжный механизм. Я полагаю, что он довольно-таки просто снимается. Ну, разберемся. Ну вот, с верхней части давайте посмотрим. Это у нас здесь находится полностью тюнер. Ну, плата у нас единая. И на этой части у нас находится тюнер. И вот меня вот интересует вот эти вот подстроечные конденсаторы, да, они похожи на наши советские керамические конденсаторы. Ну, может быть, кто-то у кого-то, ну, я догадываюсь, кто у кого. Так, дальше, значит, блок FM. 6 переменных резисторов для подстройки, для настройки на станции. Ну, и здесь находится плата предусилителя и блок питания и самого низкочастотного усилителя. Выходные каскады у нас сделаны на микросхемах TDA-1905, их вот два здесь радиатора. Но хотел бы вам тоже интересное показать. Сейчас попробую. Дело в том, что вот эти вот TDA-шки, они одним рядом выводов, да, полностью прилегают к радиатору. Вот, вот такая вот особенность самих усилителей. Вернее, микросхем. Ну и в принципе здесь ничего интересного дальше. Ну, интересно, конечно, вот диоды, которые стоят на выпрямительном мостике. И вот еще какой-то элемент, который покрылся, я не знаю, каким-то налетом. Что это? А, это предохранитель. Скорее всего, термопредохранитель. Сделан на 16 ампер. Ну, вполне возможно. Давайте попробуем увеличить. Вот, в принципе, здесь задача понятна. Электронную часть мы не трогаем. У нас все здесь работает прекрасно. Слава Богу. Наша задача вытащить лентопротяжный механизм. Ну да, он полностью находится с той стороны, потому что вот они, кнопки фиксированных настроек на радио, они находятся сверху. Лентопротяжный механизм здесь не видно, хотя вот здесь вот вал счетчика. Вот. И здесь вот как раз находится переключатель. То есть, вернее, рычаги на включение переключателя RackPlay. Вот он здесь находится. Малый ход такой. Ну ладно. Приступаем к
изъятию лентопротяжного механизма и смотреть, какие шестеренки у нас там уже посыпались. Открутил я лентопротяжный механизм. Это не так сложно, всего на трех саморезах. Но самое интересное, что разъемов нет. Значит, провода, которые идут на головке, на стирающую и на звуковоспроизводящую. Значит, также провод питания двигателя и провод на вот этот вот контактер. Все. Начинаем разбирать и смотреть, что у нас здесь по прижимному ролику. Ну, его достаточно будет почистить, он эластичный, еще головка в удовлетворительном состоянии. Это, конечно, не самое главное. Ну вот у нас наш Soft Touch полностью пластмассовый. Интересно сделан. Сейчас будем раскручивать потихонечку и смотреть, что у нас там развалилось. Ну, в принципе, все понятно. Вот здесь вот должна быть шестеренка со скошенными зубчиками. Она работает на автостоп. То есть это подматывающий ролик. Значит, второй частью она соприкасается. Здесь стоит тонвал. Вот. На нем вот они, тоже скошенные зубчики. Ну и, в принципе, все. Надо ставить такую шестеренку. У меня была такая, я куда-то уже поставил ее, вот она адаптировалась, и она была новодельная, в принципе, я думаю, что проблем не будет найти такую. Ну вот еще одна шестереночка, которая уже подходит, вот эти вот рыжие шестереночки, вот они как раз, она, я потрогал, уже такая мягкая, значит, скоро она закончится. Я посмотрю, возможно, у меня такая и есть. Вот. И вот они, остатки. Они даже покрылись плесенью из-за того, что она действительно превратилась в печенку. Это остатки. Вот они, скошенные зубцы. Ну, это все, что осталось, то, что я нашел. Ну и все. В принципе, с лентопротяжным механизмом не так все страшно. Все это лечится. Поставим, и будет еще у нас работать очень долго. А теперь будем искать шестереночку. Итак, спустя некоторое время мне удалось снять размеры шестеренок, и ребята с Коломны мне изготовили вот такие прекрасные шестереночки, которые полностью, благодаря опять же моим замерам и ихнему мастерству, изготовили шестереночки с нужным углом, с нужными размерами. Единственное, значит, здесь на нижней части должен быть выступ. Ну, я поставил шайбочки. Это, в принципе, ничего не меняет. Но единственная проблема этих шестерен, которые напечатаны на 3D принтере, то, что они все-таки, как ни делай их, но у них гуляют зубья. И для этого, конечно же, приходится их перетирать. Вот в данный момент лентопротяжный механизм у нас собран и уже притерт. Значит, для того, чтобы притереть, да, я обычно полировочную пасту притирочную намазываю на грани шестерен и включаю его для того, чтобы он притерся. На данный момент, сейчас я включу, вам покажу, уже нет шумов. Уже работает ровно. Ну и, конечно же, сейчас мы разберем и посмотрим, что у нас получилось в результате. Кроме того, еще он не смазан, этот механизм. У него еще есть сухие части, которые нужно дополнительно положить смазку, для того, чтобы он мягче работал. Ну а в целом, в принципе, шестеренки работают. Хотя, конечно, я заказал дополнительно с AliExpress. Там, кстати, можно заказать такие шестеренки.
Но стоят они, сразу скажу, что довольно-таки недешево. Можно купить либо одну шестеренку, либо комплект. Здесь, значит, ставится 3 шестеренки идет в комплекте, который со временем вот превращается в печенки. И хотел сказать, почему же они все-таки превращаются в печенки. Дело в том, что разработчик этих шестерен, да, наверное, какой-то тоже там НИИ у них было опытное, которые хотели совместить и продлить жизнь шестеренкам, совместить их, ну, сделать их самосмазывающие. То есть, чтобы они работали вечно. То есть, они и заявляли на некоторых аппаратах Grundig, что техника долгой жизни. То есть, механизм будет служить долго. Кстати, пасека здесь стоял родной, но он уже эластичность свою утратил. И, конечно же, у него было проскальзывание. А в целом он не покоробился, ничего. Он еще живой пасек был. Ну, я поставил аналогичный пасек. Я вам сейчас все покажу. Ну и вот эти шестеренки, хотелось сказать, что они ставились также на Philips. Видно, они работали с одним и тем же НИИ. И вот, кстати, размеры у них полностью на некоторых механизмах аналогичные. То есть взаимозаменяемые. Что для Philips, что для Grundig. Ну и также делали поляки у Nitro. Там полностью они ставили такие же механизмы от фирмы Grundig. Так, ну давайте разберем. Для этого нужно выкрутить всего один саморез. А нижняя часть у нас сидит в пазах. То есть вот эти вот пазы. Нижняя часть, которая держит кнопки. И вот сейчас мы все это дело вскроем. Так, готово. Так, уберем, чтобы нам не мешалось. Ну вот, как видите, здесь намазано притирочной пастой. Эта нижняя часть у нас ни к чему не прикасалась. То есть зазор здесь получается между шестеренками. Намазывал полностью все зубья. Эти и эти. Ну, то есть полностью. И вот сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну, зубья полностью сравнялись. Теперь похоже больше на заводские. Я имею вот эти вот скошенные зубья. Ну, единственное, острой грани. Сейчас я здесь еще напильничком сниму. Ну и также притерлись по посадке, чтобы у нас с этой шестеренкой был хороший контакт и не было вот этого жужжания шестеренчатого. Все, остальное у нас получается. А, ну вот видно, что и здесь вот. Здесь притерлось. Это уже не моя вина. Это вот эта часть шестеренки, которая работает у нас на автостоп. Она касалась как раз вала, то есть самого маховика. То есть она вот так вот работала. Но я думаю, что я тоже здесь сейчас сниму немного надфилем и увеличу. Я, кстати, уже увеличивал, добавлял шайбочку для того, чтобы увеличить этот зазор. Но видно, что еще, наверное, придется. Да, и хотел сказать, вот они еще две шестеренки. Эту я нашел у себя, она полиэтиленовая, она работает на перемотку, вот с этой частью подмоточного ролика. А эта шестеренка, по идее,
Она тоже должна была меняться, но ее, возможно, заменили уже где-то, может быть, в мастерской. Потому что они, вот эти три шестеренки, как раз идут в комплекте. Но это у нас в нормальном состоянии, эту я поменял. Ну и теперь у нас еще одна будет заменена шестеренка, и теперь действительно будет техника долгой жизни. Потому что больше пасиков нету, кроме единственного пасика, который у нас приводит движение тон-вал. Все, сейчас смазываю и уже потом проверим, как это все работает. Итак, ребята, не все так просто у нас получается. Пришлось снять вот эту вот плиту каретки для того, чтобы добраться до вот этой вот запчасти. Что это за запчасть, я вам сейчас расскажу. Это вот такой механизм, механизм. Это вот места посадки именно вот шестерен, которую мы вот вытащили, и шестеренка, которая у нас с автостопом связана. И вот, если сейчас увеличу, попробую. Вот, увеличилось. Видите, да, выемки, где должен стоять, вернее, на самой шестеренке должен быть такие усики, которые зацепляются за эту выемку и не дают шестеренке слететь. Но вот что у нас с этой шестерней. Как видите, вот эти вот усики есть, но продолжения этого штока у нас нет. Поэтому вот этой частью, сейчас покажу, вот этой верхней частью у нас как раз цеплялась за тон-вал. И на тон-валу образовалась выработка. Вот она, как раз выработка. Вот этой вот частью как раз она вот здесь вот и чиркала. Дело в том, что шестеренка, да, уже ниже не сядет. То есть ей уже нет возможности ниже сесть, потому что нижняя часть черный ей мешает. Черная сидит все нормально. То есть я туда поставлю стопор, и она не будет выскакивать в свое место. А с этой надо что-то делать. Сейчас разберу, покажу. Ну вот здесь как раз вот видно, что у нас здесь вот есть выемка, а здесь как раз вот ее нет. Вот это как раз шляпки, да? И наша задача что-то сейчас придумать. Итак, хочу сказать вам, что у меня довольно-таки неплохо получилось. Как видите, лепестки полностью обжимает мой вживленный зуб, можно назвать так, наконечник. Сейчас вам покажу, что я сделал. Ну, шестеренки, не обращайте внимания, они пока еще в таком рабочем грязном состоянии. Сейчас их помою и, конечно же, нанесу смазку. А сейчас вам покажу, что сделал. Ну, как видите, появился металлический наконечник. Ну, еще можно проточить канавочку небольшую, чтобы шестеренка уж совсем не слетала, вот как на этой части. Но я вам хочу сказать, что она уже не слетает, она сидит достаточно уверенно. Но я сейчас попробую все равно сделать канавку. Ну, и если у нас снята плита каретки, как видите, здесь тоже у нас стоят шарики, которые дают возможность плавно ходить каретке. Сейчас мы здесь тоже смазку поменяем везде и будем уже собирать полностью. Итак, все собрано. Сейчас мы попробуем испытать это все. Есть, конечно, небольшой звук, но дело в том, что двигатель сейчас включен на постоянку, но, как известно, он будет включаться при нажатии какой-либо функциональных кнопок. Вот. Как слышите, play, да, включился, и у нас никакого звука нету постороннего.
То есть кассета крутится, все как положено. Так, попробуем сейчас проверить автостоп, потому что была проблема. Сейчас посмотрим, как у нас сработает автостоп. Дело в том, что он вообще не отключался. Все. Автостоп сработал. Перемотки у нас также работают в обе стороны. Вот. Но перемотка тоже так же. Автостоп срабатывает. Ну вот, аппарат у нас на столе. Полностью весь собран, чистенький. И, конечно же, исправный. Ну, те, кто смотрели полностью весь ролик, основная проблема неисправности этого аппарата, это, конечно же, шестеренки. И большая проблема, когда шестеренка полностью разрушена, и с нее невозможно сделать замеры, чтобы распечатать на 3D принтере. Но с большим усилием мне, конечно, удалось сделать замеры и отдать ребятам, которые мне выручают в таких случаях. Также дополнительно я подстраховался и заказал шестеренки новодельные. Конечно, это не оригинальные. Оригинальные шестеренки, сами видите, что с ними может случиться. И поэтому я себе заказал комплект из 3 шестерен для того, чтобы в дальнейшем можно было снять с них размеры и дополнительно, чтобы более точно снять с них размеры и отдать ребятам на печать. Что хотелось сказать про лентопротяжный механизм. В целом, он, в принципе, отработанный инженерами Grundig механизм, мощный. Ожидать, конечно, от него каких-то минимальных детонаций, конечно же, невозможно, потому что полностью состоит из шестерен. Тон вал, который у него присутствует, он, конечно, мало справится с той детонацией, которую создают шестеренки. Но в целом он и не был рассчитан на то, чтобы с него снимать какие-то необыкновенные характеристики. Он сделан для того, чтобы в бытовых условиях дома слушать за кружечкой другой бургерского пивка национальные песенки и не только. Лентопротяжный механизм зачетный. Ну и последнее, что было сделано, это замена лампочки. Мы сейчас увидим, какого цвета подсвечивается шкала. Я, конечно, не ожидал, что она горит на постоянно при включении питания, потому что отдельного выключателя нет. И при установке лентопротяжного механизма я обратил внимание на два провода, которые идут в сторону ручки настройки тюнера. И при замере напряжения я увидел, что 7,5 вольт туда приходит, ну и на этом заканчивается. Но для того, чтобы достать лампочку, пришлось откручивать эту всю панель, где находятся кнопки. Ну, там довольно-таки просто снимается, но нужно только аккуратно быть. В результате аппарат полностью восстановлен. В целом, подводя итоги, хотел бы сказать, что аппарат очень интересный. Звук его довольно-таки тоже интересен, потому что, как я вначале говорил, у него теплый, мягкий бас, звучание очень приятное и больше похоже на ламповый звук. Также хотел бы показать вам одну интересную вещь. Есть у меня вот такой приемник от компании также Grundig. И как вы заметили, под названием Grundig Satellite Professional 400. Это очень хороший радиоприемник. У него присутствует FM, SV, MV, LV. Ну и также можем подключить AUX. Можно установить таймер и электронно с помощью кнопочек сразу набрать нужную вам волну и записать ее в память для быстрого поиска. И хотелось бы отметить, что этот радиоприемник сделан одним и тем же дизайнером, так как у него одни и те же органы управления звуком, ну и кнопки также чем-то похожи по дизайну. Прежде чем послушать, я хотел бы предложить небольшой конкурс. А в конкурсе у нас будет участвовать вот такая кассета от компании Maxell, 90-минутная, полностью запечатанная. Сейчас я покажу фотографию. Но фотография необыкновенная. Дело в том, что там рентгеновский снимок магнитофона, который нужно угадать.
хочу сказать, что это на самом деле предмет спора, и поэтому хотел бы, чтобы вы помогли угадать, что за модель магнитофона находится на этой рентгеновской фотографии. Ну а теперь давайте его послушаем, что у нас в итоге получилось, ну и посмотрим, что, как у нас подсвечивается шкала, и послушаем его мягкое звучание. Итак, начнем традиционно с радио. Как вы видите, цвет шкалы такой фосфорно-зеленого приятного оттенка, не слишком яркий. Я думаю, что он сюда очень хорошо подходит. Ну и давайте будем слушать радио. Гонки на мировых рынках мешают. Любимая, люби меня, хвост. За болью любовь таится. Раз, два, заметно отворился к ней сам и раз. Вот на поездку. Знаю. Не придерживаюсь, да? Не боюсь, все. Неужели это всерьез? Довольно-таки много станций поймал. Хороший чувствительный приемник. Ну и давайте перейдем к лентопротяжным механизмам. На этой ноте я хотел бы с вами попрощаться до следующего видео и напомнить, чтобы не забывали поставить лайк и написать комментарий. Это помогает продвижению канала, чтобы больше людей увидело их. Ну и также подписывайтесь, не забывайте. Всем пока, до следующего видео.